Мужчины же никогда не врут. Они же никогда лапшу не вешают на уши. Как правильно себя вести с мужчиной, который охладел после близости? Говорит о любви, все так было хорошо, а после близости молчит. Это означает, что он просто хотел с вами заняться сексом. И в следующий раз он появится только тогда, когда снова захочет заняться сексом. То есть вы ему не нравитесь. Вы говорите, он же говорил о любви. Ведь у меня на моих чебурашечьих ушах осталось только лапши, где было написано «ты самая лучшая». Ну, знаете, на лапше такая выгравирована, гравировочка была. «Ты самая красивая. Я тебя очень люблю. Я тебя буду любить всю жизнь. Я нарожаю с тобой 6 детей». И вся такая лапша. Ну, знаете, вот просто снимаете эту лапшу и читаете там. Такие, на лапше такая гравировочка такая. Все написано. «Как мы только с тобой переспим. Я тебя сразу отвезу на Мальдивы». Сначала спим, потом на Мальдивы. Я тебе сразу подарю бриллианты. Я тебя очень-очень люблю. А потом раз, что-то и пропал. Слушай, как вы сейчас для бриллиантов не самое лучшее время, не уродились, в общем. Но ты жди, главное. Ты жди, я скоро вернусь. И мы сразу полетим на Мальдивы. Ну, как бы на ближайшем сейчас вот как бы подойдет автобус. 34-ка. Вот. До конечной, а потом все, как бы сядем на пазик. Вот, через Якутию, через Сухуми, все, пойдем сразу на Мальдивы полетим. Все нормально, милый мой. Значит, это вечная тема. Слушай, я вот как бы... Такие чебурашки-то. Чего верите мужикам? Мужчинам что нужно? Мужчинам нужен секс. Ради секса они говорят много приятных вещей для вас. Вам тоже нужен секс. Ну что ж, вам приятно, ему приятно. Сексом позанимались, смотрите, что дальше. Вам может не понравиться мужчина. Вы ему можете не понравиться. Вот если вы ему понравились, он захочет продолжать общение, и он вам понравился, вот тогда можно продолжать. И не вы такие думаете, ну, если мужчина говорил, что о любви, он говорит, это же правда. Ведь нет же мужчин, которые не врут. Мужчины же никогда не врут. Они же никогда лапшу не вешают на уши. Ведь все же люди очень хорошие. Они всегда говорят правду. Ведь я же читала, вот я читала в сказках, ведь там же принцы. А что не мужчина, что принц. И все принцы говорят правду. И им все принцы хотят сразу жениться. Никто секса-то не хочет. А я в кино это видела. Вот в голливудских кино там это показывали. Я лично видела, вот как вот женщина была проституткой, а потом приехал миллиардер и сказал, я тебя очень люблю, и поехали в оперу в Вену. И подарил ей бриллиантовое колье. Понимаешь? Вот это же есть, это же правда. В кино же не показывают вранье же, это правда? Да, милые мои чебурашки?